Жень, ты что там делаешь? Сплю. Почему под кроватью? Тут прохладней. Привет, я Женя. Некоторые зовут меня Жесть. Ну, потому что я реально жесть. Я думаю, родители специально не планировали, чтобы у них в жизни появился кто-то с таким вредным характером. Я вас с собой возьму! Вид, что ж, заверните! Знаете, есть такие персонажи, которые врываются в твою жизнь, как ураган, и меняют в ней абсолютно все. Но вот встреча с этим человеком в моей жизни точно не случайна. Ай! Ты что творишь? Ну и кроме него, вокруг меня много необычных людей. Например, одноклассник. Мои подруги. И все страшнее и страшнее. Мужчине тоже важна вот нежность. Брат, который терпеть меня не может. Для могущественных чар... Ты что творишь? Я порчу навожу. Я тебя сейчас убью. Вы замечали? Иногда Вселенная посылает нам знаки. Нужно просто вовремя их разглядеть. Я сейчас вообще не поняла. Вообще ничего сейчас не поняла, да? Он еще теперь моими мыслями будет говорить? Может быть, она подскажет, что делать, если вы расстались? Мы же можем просто дружить. Но не можете забыть друг друга. Ты ничего не делай, чтобы все стало как раньше. Да она не может стать как раньше, жесть. И единственный способ достучаться до него – это настучать ему по голове. Прекрати меня преследовать. Я сейчас ментов вызову. Че, реально усорнешься? Если человек не может исправить ошибку, значит, это не в человеческих силах. Да ты что, будишь, что ли? Да ты что, орешь-то на меня, ну? О, все абьюзеры так начинают. Чего? Он не абьюзер. Это я абьюзер. Смелее. Ты другая. Такая. Какая? Такая. Злобная. Злобная. Ты чего? Ты чего? А ты чё? Я ничего. Жесть. Сейчас может что-то нехорошее случиться.